26,6, 43-я параллель, Оливье, родителей в школу, Максимум, Эксклюзив и Эстеты. 7 команд из разных школ Пензы и Заречного вышли в финал юниор-лиги КВН «Сура». За звание самых креативных и остроумных школьники соревновались 25 ноября в Большом зале филармонии. Ребят, мы же Максима в гримерке заперли! Мне так холодно. Максим, мы школьники. Мы носим укороченные джинсы зимой. Нам всегда холодно. Подготовка к финалу – этап увлекательный, но сложный. Ребята успевали и учиться, и репетировать. А придумать яркую и по-настоящему смешную шутку – процесс нешуточный. Но это прежде всего это труд же кропотливый. Да. Это так же сложно, как там, учить уроки. То есть, чтобы писать хорошие шутки, нужно развиваться. В плане смотреть какие-то программы юмористические. Опыты набираться у игроков. Ну и писать шутки. Все, чтобы рассмешить жюри. А оно в юниорской лиге представительное. Возглавляет жюри Олег Ягов. Заместитель председателя правительства Пензенской области старается не пропустить ни одной игры. Мне очень нравится просто КВН. Со школьных лет, наверное, да, очень люблю КВН. В свое время на факультете создавал команды различные. И, конечно, вот я даже не могу назвать это работой и мероприятием. Это вот просто, ну, когда-то на 2 часа вот попадаешь в совсем другой мир. Развивать юниорское КВН-движение в Пензе стали с прошлого учебного года. Инициатива принадлежала губернатору Ивану Белозерцеву. И вот на большой сцене совсем юные юмористы. Мы сегодня точно должны выиграть, потому что нас трое, а трое – это всегда сила. Ну вот сами посудите. 3 богатыря. 3 танкиста. 3 пальца на руке. Андрюх, их же 5. Ну не знаю, мне трудовик всегда 3 показывал. Возраст юмору не помеха. Школьники способны рассмешить и старших по КВН товарищей. Ребята в юморе, они не уступают. И взрослые не проигрывают. Это просто 2 совершенно разных направления. У ребят свои истории, они связаны со школой, с уроками, с ЕГЭ. Классный руководитель, шутки у них именно вокруг школы. Это то, что нужно. Знакомьтесь, это моя мама. Она еще и в школе работает. Кстати, мам, а почему у меня весь монитор в чернилах? Я в электронном дневнике расписывалась. Ну блин, ты такая несовременная. Приветствие и музыкальный фристайл. По итогам 2 конкурсов первое место завоевала команда КВН «Оливье» из школы номер 12. Вторыми по искрометности юмора стали сразу 2 команды – «Эксклюзив» из школы номер 66 Пензы и «Эстеты» из Заречного. И, наконец, почетное 3-е место у команд 36,6 из 36-й школы и 43-я параллель из школы номер 43. Победители получили возможность выступить в финале официальной лиги КВН «Сура».